В Армавире стартовал семейный проект «Всей семьей». Он направлен на укрепление традиционных ценностей среди жителей нашей страны. Суть проекта в том, чтобы семьи участвовали в мероприятиях, в различных событиях, которые проходят на территории муниципального образования. И сегодня, конечно, администрация муниципального образования город Армавир подготовлен план мероприятий, где семьи могут активно проявить себя. Семья Андрея и Татьяны Чешуйко из Армавира не совсем обычная. Здесь воспитывается 16 детей. Вместе муж и жена уже 23 года. Андрей и Татьяна смогли стать родными для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они с радостью приняли участие в конкурсе. У нас большая семья, это большой ресурс, и нам нравится всегда и везде быть вместе! Принять участие в проекте «Всей семьей» может любой желающий. Для этого нужно выполнить несложные задания. На конкурсах мы и рисуем, и танцуем, и занимаемся робототехникой. Дети ходят в гончарную мастерскую. Нам очень нравится, вот мы всегда везде принимаем участие. Ежемесячно организаторы будут подводить промежуточный розыгрыш подарков для всех участников. Также семьи, выполнившие все задания проекта, смогут собрать эксклюзивную коллекцию уникальных электронных вкладыши «Семья – это». Но на участие в мероприятиях для семей проект не заканчивается. Можно семьей сделать совместные фотографии приготовления ужина, например, похода в кино, либо украшение елки, либо уборка своего жилого помещения. 100 семей, которые больше всего будут признаны проявляющие активность в этом проекте, будут награждены бесплатными турами по России. Кто будут эти счастливчики, определиться, наверное, ближе к марту месяцу, когда проект уже будет иметь финальную фазу завершения. Более подробную информацию можно получить на сайте проекта всейсемьей.рф. Напоминаем, 2024 год объявлен президентом России годом семьи. Ну а семья Чешуйко из Армавира мечтает о большом путешествии в Санкт-Петербург. Конечно, надеемся, что выиграем. И очень хочется поехать, куда дети? В Санкт-Петербург. Это наша мечта семейная. Да, мы очень хотим, мечтаем. Марина Локтева, Федор Факиров, служба информации телерадиокомпании «Вита Армавир».